Итак, секс нужен для продолжения рода, а не для оргазма. Оргазм – это бонус. И если женщина перед вами вам по каким-то параметрам не подходит для продолжения рода, ваш организм это сам понимает, без сознания. Он просто отрубает вам функцию размножения, и член просто отрубает вам член. Организм не понимает, что вы хотите с этой девушкой просто развлечься. Поэтому в некоторых случаях, если у вас падает член на какую-то девушку, возможно, что она с вами просто несовместима на генетическом уровне. То есть от нее может родиться либо слабое потомство, либо вовсе не родиться. А организм это понимает, а вы нет. Поэтому задумайтесь. Кстати говоря, симпатия – это тоже специальный механизм, который позволяет понять, что вам девушка подходит. То есть от нее может родиться хорошее потомство. Просто в этом моменте очень важна откровенность с самим собой. Нужно себе очень честно говорить.